Всем привет, ребят! Меня зовут Саша. И да, это вторая часть типа людей. Это типа людей в школе. И не пишите в комментариях, почему я в школьной форме. Мне кажется, логично. И я не пойму, почему вы вписали внизу в комментариях под видео песни в реальной жизни, что я сплагиатила у Мэри Сэн. Зайдите на YouTube и зайдите в поиски и напишите песни в реальной жизни, и там будет целая лента тех, кто сплагиатил у Мэри Сэн. И вы сначала думайте, о чем вы пишете, но вообще не будем медлить и поехали. Первый тип людей – это выскочка. Он хочет быть всегда в первом, всегда везде, чтобы он был везде, в общем. Мне прям хочется этого человека, прям... Так, кто пойдет за журнал? Следующий тип людей – это одиночка. Он всегда ходит один, читает один книжки, сидит в уголке один, и, в общем, он одиночка. Следующий тип людей – это человек, у которого всегда есть связи, в том числе, в том смысле, что... Когда будет какая-то работа, какая-то самостоятельная работа, у него всегда будут либо какие-то шпаргалки, либо что, но у него они всегда будут. Эльпс, помоги, дай шпаргалку или что у тебя там есть. Следующий тип людей – это тот тип людей, который считает себя самым главным и что ему должны все подчиняться. Разошлись букашки. Следующий тип людей – это лентяй. Ему вообще пофиг на все. Что у него выходит в четверти, два у него по контрольной, остается он на второй год или что-то. В общем, ему вообще, грубо говоря, по барабану. У тебя два по контрольной. Ну и что? Следующий тип людей – это умник. Он абсолютно всегда, абсолютно везде умничает. Слово не скажешь, он переправит тебя, скажет неправильно, но он будет знать, что он это переправил. Мне кажется, он кайфует от того, что он всегда всех поправляет. Не, ну может, он прям уж такой умник, что ему прям бесит, когда кто-то не так что-то говорит. А вот меня иногда бесят эти люди, потому что они всегда, когда разговариваем или что-то, они всегда перебивают и говорят, как правильно, и это прям выбешивает. 2 + 2 = 4. Нет, неправильно. Можно я отвечу? 3. Следующий тип людей – это шутник. Шутник. Когда он шутит, думает, что всем будет смешно, но он ошибается. Колобок повесился. А вот следующий тип людей – это шутник, который прям шутит прям классно. И все со смеху умирают от его шуток. И да, нормальное приветствие у меня куда-то делось, поэтому я сейчас в пижаме. Буду с вами прощаться. Ну, это прошло это видео. Ставь палец вверх, подписывайся на мой канал. И я вас всех очень люблю. Пока, братюня.